Всем привет, кто смотрит это видео. Меня зовут Живчик, а это мой оператор... как там тебя? Барматун я. Это мой оператор Барматун, а это наш канал «Проверка легенд». И как можно понять из названия, мы будем проверять правдивость знаменитых легенд зоны. Первой нашей проверкой будет легенда о таинственном сталкере, что сидит в густом лесу на пеньке и может при хорошем раскладе навести на поляну артефактов. Забысы. Как вы можете понять, мы уже находимся в лесу. Мы зашли в самую его глубину и, кажется, заблудились, но это нам только на руку, потому как найти этого сталкера на пеньке можно только потерявшись. Итак... вперед! Вот он! Это тот сталкер! Пальбасу. Значит так, Барматун, я пойду к нему, типа я потерялся, а ты снимай отсюда. Окей. Что, сталкер? Заблудился? Ага, заблудился. К дороге надо выйти. У тебя, наверное, еды много? Да, да, бери. Хорошая у тебя пушка, я смотрю. Ага, ага, очень хорошая. У тебя, небось, и денег полно? Конечно. Ну, мне пора. А ты иди прямо, через те кусты. О, спасибо. Похоже, легенда правдива. Мне только что удалось поговорить с неким сталкером прямо как в легенде. А теперь за теми кустами должно быть поле артефактов. Бежим скорее! Ну, по результату легенда оказалась ложной или нам просто не повезло. К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Если вам понравился первый выпуск моих проверок легенд... Наших. Да, да, наших. Короче, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на меня и оставляйте комментарии. Постараюсь сделать следующий выпуск как можно скорее, когда решу, на какую легенду делать проверку. Пока-пока! Чао. Сука, я ему все деньги отдал! Лошара.